Кто тебе сказал? Один дядя плакал. Он сказал, из нас сделают пуговицы и мыло. Джозе, и ты поверил, попался на эту удочку. Ты что, я думал, ты сообразительный, хитрый, умный, пуговицы и мыло из людей? Что за бред? Ты что? Неужели ты поверил? Ты представь, завтра я помою руки, Бартоломео, вот так мытье, потом застегнусь на Франческо. Эй, проклятие, смотри, Джорджо упал, похоже на человека. Ты что? Тебя проверяли, а ты купился, пуговицы и мыло. Что еще тебе сказали? Что нас испекут в печах, что нас там сожгут. Нас сожгут в печи? И ты попался? Ты всему веришь? Ты что? Я слышал про дровяные печи. Но чтобы печи топили людьми... У меня кончились дрова. Брошу в печь адвоката. Вон того адвоката. Адвокат плохо горит. Он совсем зеленый. Смотрите, сколько от него дыму. Ты что? Ты что, Джозе? Пуговицы, мыло нас сожгут в печи. Хватит, давай серьезно. Все, папа, я хочу домой. Сейчас? Сейчас. Но сейчас идет дождь. Ты видишь, у нас будет температура 40. Ну и что, пойдем. Ладно. Хочешь уехать, уедем. Ладно, сейчас соберу вещи и поедем. Отлично. Можно уехать? Естественно. Думаешь, здесь кого-то оставляют насильно? Ничего подобного. Этого еще не хватало. Пошли. Сейчас соберем чемоданы и уедем. Я соберу вещи. Жаль, мы были впереди всех, а теперь нас вычеркнут. Настоящий танк достанется другому мальчику. Ужасно обидно. Тут нет других детей, тут только я. Здесь нет других детей? Да их здесь полно, целая куча. Где же они? Как где? Прячутся? Их никто не должен видеть. Это же серьезная игра. Не понимаю я эту игру. Сколько у нас очков? 687. Тысячу раз тебе говорил. Ладно, пошли. Мы на первом месте, но раз ты хочешь, уедем. Нет, не хочу. Хотя мы и на первом месте. Я тебе говорил, ничего, выйдем из игры. Пошли, я вчера видел список, мы первые, ну неважно, пошли. Пока, Бартоломео. Мы с Джозуэ уезжаем, с нас хватит, пока. Кстати, этот танк, он уже готов, совсем готов. Не забудь проверить мотор. Протри свечи и открой дроссель, иначе пушка застрянет в гусеницах. Ты видел, какая у танка отличная пушка? Здорово получилось, правда? Какой ствол? Ну ладно. И отключи запасной тормоз, прежде чем ехать, ладно? Ну пока, мы с ним уезжаем, выходим из игры. Так решил Джозуэ. Мы могли бы вернуться на танке, а вернемся на автобусе. Какая разница? Пока. Мы с Джозуэ уезжаем. До свидания. Нам тут надоело. Мы поехали. Пока. Пошли, Джозуэ. А то опоздаем на автобус. До свидания, ребята. Пойдем, Джозуэ. Пошли быстрее. Но там дождь. У меня будет температура 40. Давайте сюда точно.